Кто сейчас приедет? Сейчас. Бег повел репортер на втором месте Кардамон, на третьем Профисин. Бег ведет Кардамон, на втором месте Профисин, на третьем месте репортер. На четвертом Прованс Лок, на пятом Пафос. Бег ведет репортер, тут же Профисин, на третьем месте Кардамон. На четвертом Пафос, на пятом месте Прованс Лок. Бег ведет Профисин, на втором месте репортер. Четверть пройдена за 30,4 секунды. Впереди в борьбе репортер и Профисин. На третьем месте Прованс Лок, на четвертом Кардамон. На пятом месте Новая Любовь. Бег в борьбе ведут репортер и Профисин, на третьем месте Прованс Лок, на четвертом Кардамон, на пятом месте Новая Любовь. Четверть пройдена за 31,3 секунды. Бег в борьбе ведут репортер и Профисин, на третьем месте Прованс Лок, на четвертое место вышла Новая Любовь, на пятом месте Кардамон. В борьбе лидируют репортер и Профисин, на третьем месте Прованс Лок, на четвертом Новая Любовь, на пятое место выходит Каданс Мажик. Четверть пройдена за 31,2 секунды. Впереди репортер, на втором месте Профисин, на третьем месте Прованс Лок. Сбавила Новая Любовь. Новая Любовь сделала проскачку. Бег ведет репортер. На первое место выходит Прованс Лок. На втором месте Каданс Мажик, проскакавшего. Уважаемые дамы и господа, встречаем перед трибунами тройка Вологодского племенного конного завода. Награждает генеральный директор открытого акционерного общества «Росматомы» Николай Васильевич Исаков, руководитель управления производственной деятельности «Росматомы» Татьяна Владимировна Моисеева, мастер спорта, чемпион России по паралимпийской выездке, участник и призер чемпионата Европы. Конного спорта России Максим Игоревич Кретов, директор Евразийского центра перспективного социокультурного проектирования, президент Международного дипломатического клуба Евразия искусства, председатель комитета по международному гуманитарному сотрудничеству Евразийской организации экономического